Автор Айгуль Молданалиева. Категория «Социальная помощь». Автору блога, министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Дюсеновой. Здравствуйте, мой отец инвалид, мама пенсионер, за ним ухаживает. Может ли она получать зарплату соцработником? Прошу вас дать ссылку на законодательство, где могу получить исчерпывающее подтверждение. Заранее благодарю за ответ. Уважаемая Айгуль, социальный работник – это лицо, оказывающее специальные социальные услуги. Согласно стандартам, на одного социального работника, обеспечивающего уход на дому, приходится 13 престарелых и инвалидов первой-второй группы, 5 из которых проживают в неблагоустроенном жилище. Лица, осуществляющие уход за инвалидами, вправе трудоустроиться в качестве социальных работников при условии прохождения конкурсных процедур в соответствии с утвержденными требованиями к квалификационным характеристикам и должностным обязанностям. Наша работа направлена на обслуживание, на предоставление специальных социальных услуг одиноким престарелым, инвалидам второй и первой группы и детям с ограниченными возможностями. Дети с психоневрологическими патологиями и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Социальные работники посещают своих получателей услуг 3-4 раза в неделю. Одно посещение занимает 2 часа вместе с расчетом времени на дорогу. Значит, все услуги, 8 услуг предоставляет на дому детям-инвалидам, и 7 услуг, кроме педагогических, предоставляется одиноким престарелым. Это туда входят и педагогические, психологические, культурные, правовые, бытовые, медицинские. Наши соцработники оказывают одиноким престарелым содействие, значит, уборке квартиры, содействие приобретению продуктов питания, медикаментов, сопровождают их учреждения, государственные учреждения, медицинские учреждения.